И матч начался сразу же. Футболисты Арсенала отправляются. Болельщиков. И ее не чувствовать, мне кажется, просто-напросто невозможно. Снова на коротке играют. Арсений Агеев. Заброс в зону соперника. Вот первый момент, который попытались создать футболисты Арсенала и сохранить. Итак, свисток судьи у нас прозвучал. Заброс в штрафную или в ковец. Снова выбивает его вторым темпом. Удар поворотом, но мимо летит этот мяч. И хочется, конечно же, прямой удар, а может быть какая-нибудь интересная разыгровочка. Ну давайте смотреть. Удар поворотом и мяч в сетке! Отличнейший удар в исполнении Дмитрия Бачика. Первый мяч в нашем поединке влетает буквально на 8-й минуте. И вот у нас счет 1-0. Очень быстро футболисты Арсенала сумели совершить супер заброс в штрафную, но до конца доиграл и удалось ему в предыдущем моменте забрать мяч. Вот сейчас еще одна атака, удар поворотом, и Кудин на месте. Еще одна попытка, удар головой. Вторым темпом у нас уже Бачиком. Тут, в общем-то, можно было и на коротке разыграть, они это и делают. Бачик снова с мячом, заброс в штрафную. На дальней уже есть игроки, и не получается отправить. И вместе с ним Дмитрий Бачик. Агеев заброс в штрафную, и никого там нет, и забирает Арсений Кудин, голкипер команды. Заброс в штрафную, и получится ли удар? Осипович очень хороший момент. Бабич. Михайлов. Встречается с этим мячом, и есть удар поворотом. Ну, это семечки. Лежит в центре, снова капитан забирает этот мяч. Бачек, передача на Михайлова, удар поворотом! Гол! Отличнейшая комбинация в исполнении футболистов Арсенала. И в очередной раз хочу вам напомнить, посмотрите, кто начинал эту атаку. Шинецкий Александр. Пасуется Агеев, Бабич. Бабич, хорошая передача в сторону Михайлова, еще один удар. И вторым темпом надо бить. Левковец, будет удар, есть удар очень. Какой моментище, отличный момент, что первым, что вторым темпом. Бабич. Заброс штрафную. Надо бить поворотом. Левковец. Удар поворотом. Мяч в воротах. Третий мяч. И удалось Андрею Левковцу отправить мяч в сетку. Осипович 3-0. 44-я минута нашего поединка. И видим, как недоволен Арсений Кудин в этом моменте. Не удалось спасти свою команду от третьего пропущенного мяча. Арсений Агеев. Агеев заброс штрафную, удар головой, и мяч летит. Через 51 номера, перевод направо. Еще дальше получается отправить этот мяч, и может быть удастся перекинуть. Не получается попасть. Леднев был открыт, находился в такой очень интересной позиции, и все-таки получил он эту передачу. Никакого офсайда мы пока что не наблюдаем. Входит в зону падения, нет реакции от арбитра, надо продолжать бороться. Леднев встает, обыгрывает двух соперников, удар поворотом, мяч в ворота! Как же быстро и как красиво он разобрался со своими соперниками. Казалось, что в моменте будет продолжать лежать и просить, чтобы был 11-метровый удар. Встал, убрал двух соперников, пробил ближний угол и забивает четвертый мяч. Только появился низко. Есть заброс штрафную. Удар головой поворотом и выносит этот мяч Роман Хаджиев. Напомню, что в первом матче Арсенал Дзержинский одержал победу над петриковским Шахтером со счетом 5-1. И вот удар через себя. Руки. Заброс есть. Удар. Неплохой удар у нас сейчас получился. Носил его Плетнев. Плетнев отличную позицию занимает. Убирает мяч под правую. Надо бить. Надо бить в этом моменте. Но не удается. Удар, потому что, в общем-то, его не было. Удар головой. Какой сейвище! Головой подают футболисты Арсенала. Плетнев прям на голову. Можно пытаться замкнуть этот мяч. На подборе удар поворотом, но мяч тут уже летит мимо после удара. Шиневский. Привод направо. Здесь Бабич совершенно свободный. Никто его не встречает. Удар от Бабича поворотом. Отличнейший сейв. И начинает создавать. Было парочку у него моментов. Конечно же, до удара дело не доходило. Вот сейчас Илья Тюнис, вероятнее всего, будет наносить удар. Есть удар, но в этом моменте Сорока передача назад. Живнеров.
Вперед направо. Агеев заброс. Здесь уже надо встречаться и бить поворотом. Есть удар. Не получается подставить свою голову Матвею Гера. На замену вышел он там буквально через минут 15 после начала второго тайма. Очередной заброс. Удар поворотом на добивание. Капитан, что ж ты делаешь?